С наградами вернулись из Италии с чемпионата мира молодые тайквандисты. Жансулу Стахан и Дамир Советхан завоевали одну золотую и две серебряные медали. Состязания проходили по версии ITF, Международной федерации тайквандо. Воспитанники Семипалатинской ЭДЮ США Олимпийского резерва показали высокий технический уровень в поединках, отметила их тренер Махабат Советхан. Состязаться казахстанцам пришлось со спортсменами из 68 стран. Количество соперников превысило 800 человек. В самый последний день соревнований я выложился до конца, чтобы увидеть, как поднимут флаг Казахстана и прозвучит наш гимн. В этом поединке моим противником был спортсмен из Чехии. В итоге я завоевал первое место. Все свои победы я посвящаю 25-летию независимости Казахстана.